Уже на второй минуте Рахим Стерлинг получил пас на правом фланге, после перехватов покатил в штрафную на Габриэла Жизуса, бразилец расстрелял ворота Лариса Кариуса. Это третий гол Жизуса в 5 матчах Элче на Итихаде. На 42-й минуте Бернарду Силва попал в штангу, в той же атаке Лерой Сани добавил мяч в сетку после столкновения Габриэла с Кариусом, но оказался в офсайде, и гол отменили. До перерыва арбитр Матео Лаос удалил Хосепа Гвардиолу за разговоры, Ливерпуль перехватил инициативу и сравнял счет во втором тайме. Мохамед Салах отдал передачу на Садио Мане, сенегалец влетелся в штрафную, и Дерсон не зафиксировал мяч, египтянин подобрал атаку и закатил пустые ворота. На 77-й Николас Отаменди потерял мяч на фланге, Роберто Фирмино слева прошел к воротам и аккуратно катнул в дальний угол. 1-2, Манчестер Сити вылетел из турнира. Первый матч четвертьфинала Элче на Энфилде закончился в пользу Ливерпуля 3-0. Жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов пройдет 13 апреля и начнется в 13 часов. МСК, новости Лиги Чемпионов, на которой смерть как хочется кликнуть. Все главные истории в вашем телеграме.